пожалуйста, мне нужен мой чемодан. Я взяла чужой с ленты. В нем сверхсекретные материалы. Простите, вам что-то нужно? Не знал, что Джек Райан летает коммерческими рейсами. А, ну конечно, в этой ситуации не хватало только ёмкого комментария. Ты тоже училась в колледже с Эйнсли? Я всегда думала, что Эйнсли, Даффи и Крейг были троицей. Нет, мы всегда были вчетвером. Я самый смешной, все постоянно такие, покажи Дензела, и я такой, я тебя вижу, приятель. Меня расстраивает, когда ты так делаешь. Нам обязательно идти на эту тусовку, я не нравлюсь твоим друзьям. О чем ты? Они тебя обожают. Да нет, они считают меня дешевкой с силиконовой грудью, это так, но они этого не знают. Майя, это мой парень Кэш. Стоп, это Кэш? Его папа работает в аэропорту. Может, он поможет найти того красавчика? Она сказала, он карамельный Райан Гослинг. Я такого не говорила. Ты когда-нибудь чувствовал, что свернул не на ту тропу? Что в какой-то момент сделал неправильный выбор, и теперь слишком поздно поворачивать? Я чувствую это каждый день. Поверить не могу, что ты для него разоделась. Неправда. На тебе лифчик с пушапом. Вовсе нет. Дай потрогаю. Перестань. Мне тут сказали... Ты должен быть рядом с теми, кто много для тебя значит. Скажи мне, что не думаешь обо мне. Вот почему у меня есть такие друзья, как ты. Удачи, друг! Любовь найдет свой путь! Я подожду здесь, если вдруг не найдет.